сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил государственные премии деятелям науки и искусства республики. Кто получил высокие награды, в репортаже Татьяны Леонтьевой. Это то, что перед собой видят пилоты вертолета Ми-35. Разработка чебоксарского предприятия «Лара». Коллиматорный индикатор выводит все данные и параметры полета прямо на лобовое стекло. Пилоты... Не надо отвлекаться от закабинной обстановки, которая есть, и показания приборов не надо смотреть. Применены решения, которые позволяют читать необходимую информацию в условиях солнечной засветки, то есть на фоне солнца, и в условиях ночного времени в очках ночного видения. От разработки до испытаний опытных образцов всего 2 года. Уже в 2016-м оснащенные оптическими устройствами ЭЛАРа вертолеты поступили на службу. Звание лауреата государственной премии Чувашской республики команда изобретателей получила заслуженно. Впрочем, как и переводчица Зоя Филиппова. Благодаря ей роман Федора Уяра «Близ Аграмова» нашел русскоговорящего читателя. Сначала были волнения и даже страх, потому что не каждый день мы получаем премии, тем более такую высокую. А у меня вообще не было никакой премии, признаюсь вам. Там награды, правда, были, а премия первая. Ну, сейчас уже вроде так, ожила. Очень благодарна. Лауреатами также стала группа научных сотрудников, которые разработали археологическую карту Чувашии. Государственные премии за достижения в различных областях в республике вручают уже 23 года. За это время ее обладателями стали более 130 человек. Талант и трудолюбие, упорство и научная смелость таких, как вы, людей, позволяет нам с уверенностью смотреть будущее. Я убежден, что нам по плечу любые задачи и вызовы. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.